Мне очень понравилось участвовать на форуме. Во-первых, мы это обмен опытом. И потом у нас недавно был вечер вот показа, да? Да, показ мод. Показ моды, культур. Я в жизни не видел столько культур, столько еды, столько одежды в один день и в одном месте. То есть, да, это было очень феерично. И все действительно показали, на что они способны и что у них есть в их странах. Вообще неожиданно, да, узнать что-то о другой культуре такое, как было показано в той фильме. С каждым разом было сложнее и сложнее, потому что команды становились сильнее. Кстати, можете некоторых из них увидеть здесь. Да. Вот. Мы дошли до полуфинала и потом, ну, к сожалению... По мне, так дебаты вообще тоже, да, проходили на высшем уровне. И было интересно, мы каждый раз в каждом раунде узнавали что-то новое. Да. Процитирую тренера нашего. Победитель в дебатах тот, кто узнал что-то новое. Да, да? Что-то вот больше, тот... чем от того, чем дал. Думаю, форум проходит замечательно. Здесь очень много интересных людей. Главное, что люди из разных стран. Мы не только дебатируем, но еще узнаем культуру разных стран. Находим друзей. Если даже мы сегодня здесь на 2 недели, то в будущем мы будем общаться и будем встречаться на других форумах. Турнир прошел замечательно. Я горда своей командой. Мы дошли до полуфинала. Играли на полуфинале с филиппинцами. Могли, конечно, выступить лучше. Наверное, за то, что мы нервничали, мы бы все равно могли выступить лучше. Но это все равно хорошее достижение, потому что мы занимались дебатами вот где-то около 2,5 месяца. Так что для нашего срока, думаю, это хороший результат. В принципе, очень интересно было, потому что, ну, как с другими командами было все как по-другому. То, что они говорили, даже их идеи были как бы почти одинаковые, но все равно так, как они это говорили, было, ну, по-другому. Угу. Да, было некоторые очень интересные стили. Думаю, можно будет попробовать в будущем. Mm-hmm. Я бы хотела им сказать бы спасибо за то, что они, ну, как все это делают для нас, потому что это правда, ну, как нас очень много чему учит. Не только, ну, как по дебатам, но тоже как общаться с людьми из других стран. Ну, по-моему, форум проходит просто замечательно, потому что я вижу кругом счастливые и довольные лица. Участники воодушевлены, им очень интересно, что их ожидает. Им очень интересна и турнирная часть, и обучающая. И все-таки это все-таки молодежь, им интересно общение с друг с другом. Турнир прошел, я бы сказала, очень напряженно, потому что уровень команд довольно высокий. И борьба между командами была очень ожесточенной, поэтому турнир прошел вот как бы высоким уровнем накала страстей, и победили достойные команды. Ну, прежде всего, я желаю участникам сохранить этот вот энтузиазм до конца форума и, более того, привести частичку этого форума к себе в страны, потому что в первую очередь форум образовательный. И вот эту вот частицу знаний, которую они получили здесь, поделиться этими знаниями с остальными у себя в стране.